1 августа в контакт-центр IDC поступило более 6000 звонков. Это рекорд за последние годы. Люди звонили и спрашивали по поводу изменений в тарифных планах. Для сравнения, за обычный день звонят в 3 раза меньше. Яна Раховская с подробностями. Что-то нажало, черный экран, и все пропало. А что делать? Конечно, звонить по номеру телефона 1198. Вот сюда, в контактный центр IDC. Тишины тут не бывает. Звонки каждую минуту. Юлия в контакт-центре больше 15 лет. За все это время говорит плохого и не вспомнит. Только постоянное спасибо от звонящих. Благодарности выражают даже по звонку. Перезванивают многие, оставляют благодарность. Да, естественно, это приятно. В среднем одному оператору в день приходится отвечать примерно на 200-250 звонков. 1 августа работы было в 3 раза больше. В этот день компания IDC объявила о том, что снизила цены на мобильный интернет в 2 раза. Многие звонили, спрашивали, так ли это на самом деле. Благодарили, говорили, а мне начислили, когда мне начислили. То есть, ну, были дополнительные вопросы, поэтому увеличилось количество звонков. В среднем в середине месяца до 2000 звонков в день поступают. Вопросы могут быть как о оплате за услуги, тарифы, смена тарифных планов, заказ дополнительных услуг и опций. А еще контакт-центр IDC помогает дистанционно подключить домашний интернет и телевидение. Это значит, не нужно никуда идти, достаточно набрать 1198. Оператор ответит и оформит заявку. А если очень нужно, побудет еще и онлайн-консультантом. Вот Александр помогает выбрать мобильный телефон. На проводе пенсионерка. Хочет недорогой, но хороший смартфон. К слову, Александр единственный мужчина в команде контакт-центра. Звонки, 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 постоянная помощь. Как не устаете? Питание, здоровый сон, спорт. Как вам в женском коллективе вот здесь? Не обижают? Как проект. Если в той части контакт-центра сплошной шум и телефонные звонки, вот здесь спокойствие, потому что Ирина помогает людям не по телефону, а в соцсетях. А куда чаще всего пишут? Инстаграм, контакт? И вот контакт и Инстаграм – самые популярные ресурсы, куда люди обращаются. В контакт-центре сейчас трудится около 30 человек с 8 утра и до 10 вечера. Звонят сюда люди со всего Приднестровья. Ни одно обращение не остается без внимания. И большая часть обращений имеет практическое решение. То есть конкретно по обращениям абонентов касательно покрытия наши специалисты анализируют эти все обращения, выезжают, строят дополнительные базовые станции, что улучшает покрытие сети в целом. Чтобы быстро помочь каждому, выходных у контакт-центра не бывает. Отдыхают операторы, пожалуй, только 1 января. На график не жалуются, а свою работу называют миссией. Миссией – помогать людям. Яна Раховская, Василий Гриб, ТСВ.